Дорогая Эстер, иногда у меня такое чувство, будто я сам породил этот остров. Между некой долготой и некой широтой открылось зияние, и оттуда его принесло сюда. С любой точки зрения он остается постоянной величиной в моей жизни, необъяснимой отправной точкой. И я делаю все новые и новые пометки, призванные однажды, как я отчаянно надеюсь, привести к озарению. Доннелли пересказывает легенду об отшельнике, святом, искавшем уединение в его наиболее чистой форме. По слухам, он приплыл сюда с большой земли в лодке без дна, и морские обитатели по ночам поднимались, чтобы завести с ним беседу. Как, надо думать, раздосадован он был их болтовней. Возможно, теперь, когда все, что плавает в океане, это отбросы с танкеров, он нашел бы больше покоя. Говорят, по его знаку, в долине на южной стороне острова разверзлась скала, чтобы дать ему приют. Говорят, он умер от лихорадки 116 лет спустя. Пастухи оставляли дары для него у входа в пещеру, но, сообщает Доннелли, ни разу его не видали. Я тоже там побывал и оставил дары, но, как и они, вероятно, оказался недостоин проникнуть в его уединение. Твоя мать рассказывала, что когда ты родилась, в родильной палате воцарилась тишина. Всю левую половину твоего лица покрывало красное родимое пятно. Никто не знал, что сказать, и тогда ты закричала. Меня всегда восхищало, что ты криком разрушила вакуум, который тебя окружал, и я сооружал пустоты, чтобы ты могла развивать свой талант. К 6 годам родинка выцвела, а к моменту нашей встречи вовсе исчезла. Но осталось твое пристрастие к пустоте и к тому, что позволяло ее преодолеть. Под грудой банок из-под краски я нашел грузовой манифест, смятый, размытый водой. В нем сказано, что помимо имеющегося груза, судно везло крупную партию антацидного йогурта для европейского рынка. Должно быть, его смыло в море. Видит Бог, здесь больше нет ни чаек, ни коз, что могли бы его съесть.
Читают Доннелли при слабом свете послеполуденного солнца. Он высадился на южном берегу, прошел до залива и поднялся на гору. Он не нашел пещер и не нанес на карту северную часть. Вот почему его представление об острове неполно. Стоя на вершине, он только и думал, как ему спуститься. Но ведь у него и не было моих мотивов. Когда кто-нибудь умирал или был настолько плох, что они теряли надежду, они высекали на утесе параллельные линии, оставлявшие меловые следы. Их можно было заметить издали и понять, что нужно прислать помощь, либо вести карантин и выждать поколения, пока эпидемия не исчезнет вместе со следами на скале и их создателями. Такова же и цель моих линий – не допустить сюда потенциальных спасателей. Эта инфекция поражает не только тело. Цитирую. «Люди разные здесь, а сказать о них толком нечего. Я провел среди них вот уж 3 дня, и этого, пожалуй, довольно для чужака. Несмотря на занудную склонность постоянно цитировать Писание, они кажутся мне самыми забытыми Богом из всех обитателей этих островов. И это определение, забытый Богом, обретает в данном случае свой подлинный смысл». Похоже, Доннелли тоже считал тех, кто слоняется по этому берегу, лишенными всякой надежды на спасение. Был ли он одним из них? «Дорогая Эстер, я видел Пола.
свершил мое маленькое паломничество. Мой Дамаск — небольшой домик на две семьи в окрестностях Вулверхэмптона. Мы выпили кофе у него на кухне и попытались нащупать пути к взаимопониманию. Даже зная, что я явился не в поисках извинений или воздаяния, он все равно впадал в панику при виде изуродованного капота его машины. Ответственность его состарила. Как и мы, он уже вышел за любые мыслимые пределы жизни. Я принес бы тебе дары и оставил их у входа в убежище между берегом и скалой. Я принес бы тебе хлеб и рыбу, но рыбы здесь больше нет, как нет у меня больше и хлеба. Я бы отвез тебя обратно на родину в лодке без днища, но боюсь, что нас обоих сведет с ума болтовня морских чудищ. Растительность здесь полностью окаменела. Даже трудно представить, что когда-то здесь пасли животных, на что указывают остатки поселений. Все выглядит смертельно больным. Вода слишком грязна для рыб, воздух слишком разрежен для птиц, почва изрезана костями отшельников и пастухов. Слышал я, что человеческий прах — отличное удобрение. Можно вырастить целый лес на остатках бедер и грудной клетки. И еще останется довольно, чтобы уплотнить воздух и вернуть рыбу в залив. Дорогая Эстер, я проехал по участку шоссе М5 от Эксетера до Бристоля 21 раз. Но несмотря на то, что у меня на руках все рапорты, несмотря на то, что я опросил свидетелей во всех подробностях, опираясь на карты военно-геодезического управления, мне не удается найти место. Казалось бы, должны были остаться следы, которые могли бы указывать на произошедшее. Все случилось где-то между поворотом на Сентфорд и автозаправкой Welcome Break. И пусть я все время вижу это место в зеркале заднего вида, пока мне так и не удалось туда попасть. Thank you.
Бакин всю ночь помогал мне сохранять ясность ума. Я сидел на берегу, будучи на грани отчаяния, и думая, что никогда не разгадаю секрет острова. Я сидел и смотрел, как идиотский Бакин мигает в ночи. Он нем, он туп, и в его металлической голове звенит лишь одна мысль — мигать. Волну за волной, минуту за минутой, пока не настанет утро, делающее его слепым и глухонемым. Мы с ним во многом похожи. Видимо, в днище судна пробоина. Иначе откуда здесь могли взяться новые отшельники? Меня обнаружили камни в почках, и ты навестила меня в больнице. После операции, пока я еще не совсем отошел от наркоза, контуры твоего тела и голос казались мне расплывчатыми. Теперь из моих камней вырос целый остров, и они сбежали из моего тела. А автомобиль пьяницы сделал твои очертания совсем мутными. Я начал восхождение по западному склону, густо поросшему зеленью. Заглянув сквозь шахту в самые недра горы, я понял, что должен подняться наверх и уже потом попробовать найти путь вниз. Я скрою последние пережитки своей цивилизации за каменными стенами, а затем устремлюсь вглубь. Край скалы и радиовышка просто притягивают меня. Там меня ждет своего рода перерождение. Хижину построили в начале 18 века. Со временем пастушество здесь стало профессией. Первым постоянным пастухом стал некий Джейкобсон, потомок скандинавских переселенцев. Жители материка считали его человеком без рода, без племени. Он приезжал сюда каждое лето и строил хижину, надеясь, что разбогатев, сможет обзавестись и женой, и потомством.
Доннелли пишет, что из этой затеи ничего не вышло. Пастух заразился от своих норовистых коз какой-то болезнью и умер через 2 года после окончания строительства. И не было никого, кто бы мог высечь в этой скале белые строки о нем. Когда масло в лампах закончилось, я не стал включать фонарик, предпочитая читать при свете луны. Выискав в книге Доннелли последние крупицы смысла, я выбросил ее со скалы, а с ней, возможно, и самого себя. Может быть, когда пройдет дождь, ее вымоет из пещеры, и она выйдет на поверхность с водами родника, таким образом вернувшись к пещеру отшельника. А может быть, проснувшись, я вновь обнаружу ее на столе. Кажется, я уже несколько раз выбрасывал ее в море. Грудная клетка Джейкобсона, как рассказали Доннелли, была деформирована вследствие какого-то врожденного дефекта или детской травмы. Она была хрупкой, раздутой и безнадежно легкой. Может быть, в конечном итоге к смерти его привела именно эта неспособность грудной клетки сдержать его бьющееся сердце. В полумраке его скелет кажется списанным предметом реквизита – окаменелой искусственной морской птицей. Джейкобсона нашли ранней весной, когда снег едва начал таять. Несмотря на то, что он был мертв уже почти 7 месяцев, тело его промерзло насквозь и даже не начало разлагаться. Его ногти были обгрызены до крови, а глубоко под ногтевыми пластинами нашли фосфорицирующий мох, растущий в пещерах. Что он делал в глубинах острова, когда силы начали его покидать, неизвестно. Он отчаянно попытался подняться по горной тропе, стремясь к спасительному очагу хижины, возможно, в горячке, и прошел полпути. Затем свернулся калачиком и испустил дух. Спускаясь к пещерам, я поскользнулся, упал и повредил ногу. Похоже, бедренная кость сломана. Явно есть заражение, кожа приобрела ярко-розовый оттенок, и острая боль набегает волнами. Зимними приливами она обрушивается на мой берег, приглушая тупую боль моих камней. Я едва дополз до хижины, чтобы отдохнуть, но вдруг понял, что у всего этого может быть лишь один финал. Медикаменты, которые я украл из траулера, внезапно обрели предназначение. Они помогут мне остаться в здравом рассудке во время моего последнего восхождения. Лишь зависимость Доннелли для меня постоянна и истинна. Несмотря на то, что я просыпался от лучей фальшивых рассветов и обнаруживал, что пейзажи, пропускаемые через призму моих слез, меняются, я знал, что он всегда где-то рядом.
Я испытываю свои собственные смертельные муки. Воспаление раны на моей ноге, буровая вышка, извлекающая черную жижу из самой глубины моих костей. Чтобы оставаться в сознании, я горстями глотаю диазепам и парацетамол. Боль протекает через меня, как воды подземного моря. Я буду держаться за руку, которую ты мне протянешь. От самой вершины до дна колодца, до темных вод, где тянутся к солнцу маленькие цветочки. Свет фар отражается в твоих зрачках, наполняющих лунным светом тьму трубы крематория. Thank you.
Ацинфордским перекрестком отражение светофар в твоих зрачках. Доннелли ехал на сером хэтчбеке без днища, и все обитатели гудронных глубин поднялись на поверхность, чтобы для него спеть. Всевозможные символы, грубо выцарапанные на каменном лице моего смятения. Моя жизнь, сведенная к масштабам электросхемы. Все мои чайки взмыли ввысь, больше им не свить гнезд в этих горных породах. Притяжение Луны над Ценфордским перекрестком слишком сильно. Дорогая Эстер, каждый шаг дается мне все труднее и тяжелее. Я на своей спине протащил тело Доннелли через все эти камни, и все, что я слышу, это его виноватый шепот, его напоминания, его сожженные письма, его аккуратно сложенная одежда. Он говорит мне, что я вовсе не был пьян. Лежа у дороги на выходе из Дамаска, Пол дрожал в ознобе, переполняемый угрызениями совести. Все эти сигналы, словно автомагистрали, пронизывают электросхемы наших внутренностей, этих плохо прописанных лодок без днищ, что всегда выносят нас на берег с приливом. Отсюда я могу видеть свою армаду. Я собрал все письма, которые собирался тебе отправить, если бы мне удалось добраться до материка, а пока прятал на дно рюкзака и разложил их по пустынному пляжу. Я брал их в руки одно за другим и складывал из них кораблики. Я завернул тебя в бумажные складки, а потом на закате отправил свой флот в море. Я перепоручил тебя, разделенную на 21 часть Атлантики, а потом... Сидел и смотрел, как ты тонешь, кораблик за корабликом.
Я из последних сил поднимался по горной тропе, и тут резкая боль в ноге на несколько минут ослепила меня. Я проглотил еще горсть болеутоляющих, и ясность рассудка почти вернулась ко мне. Окружавший меня остров отступил, спрятавшись в дымке, а луна, кажется, спустилась мне на ладонь, чтобы указать путь. Я вижу толстую черную линию заражения, тянущуюся от моего сердца и скрывающуюся под поясом штанов. В моих скитаниях мне кажется, что весь мир — это тропа, проложенная мною из долины к радиовышке. Я пустился в путь в бумажной лодчонке без днища. В ней я улечу на луну. Я завернут в складки времени. Я в истертых сгибах страницы жизни. Ты устроилась с противоположной стороны листа. Я вижу твои следы в чернилах, что просачиваются через волокна бумажной массы. Когда нас размоет водой, клетка распадется, и мы сольемся воедино. Когда этот бумажный самолетик оторвется от края скалы и проведет параллельные конденсационные следы во тьме, мы вновь будем вместе. Если бы только Доннелли пережил это, он понял бы, что сам стал для себя берегом, как и я. Так же, как я стал этим островом, он стал своим сифилисом, найдя укрытие в обжигающем синапсе нейронов, в камнях, в заражении. Я согнут, как гвоздь, как заусеница, как тонущий человек, хватающийся за штурвал, пьяный, ерзающий на месте, выбрасываемый на пустынный, освещаемый треснувшей луной берег, словно поникшее крыло. Мы прокладываем себе путь. Мы в полете, мы в подвешенном состоянии. Мы жалкие, болеутоляющие, и наша суть так изменчива. Я взлечу.
прочесал все эти воды в поисках костей отшельника, следов Доннелли, хоть каких-то признаков присутствия стада Джейкобсона, пустой бутылки, что позволило бы возложить на него вину. Я 21 раз тщательно осмотрел этот отрезок шоссе, пытаясь воссоздать траекторию его машины, точку, в которой его сердце остановилось, и всем, что он видел, осталась лишь луна над Сентфордским перекрестком. Он не был пьян, Эстер. Он вовсе не был пьян, и это была не его вина. Его обрекли на это сходящиеся линии. Это не назовешь естественным состоянием. Чайки не летают над шоссе так низко, чтобы вынудить его свернуть с курса. Краска сошла с его машины полосами, как инфекция, устремившаяся прямиком к его сердцу. Радиовышка. Угасая, я буду отправлять весточки звездам. Всем до единой. Дорогая Эстер, я сжег свое имущество, свои книги. Это свидетельство о смерти. Текстом моего свидетельства будет исписан весь этот остров. Кем был этот Джейкобсон? Кто его помнит? О нем написал Доннелли, но кто этот Доннелли? Кто помнит его? Я нарисовал, вырезал, высек, вырубил в этом месте все, что только смог у него выведать. На эти берега придет другой человек, который вспомнит меня. Я восстану из океана, словно остров без дна. Стану цельным камнем, превращусь в радиовышку, в маяк, чтобы тебя не забыли. Вы всегда были нарисованы здесь. Однажды чайки вернутся и совьют гнезда среди наших костей, нашей истории. Я посмотрю налево и увижу Эстер Доннелли, летящий со мной крыло к крылу. Я посмотрю направо и увижу Пола Джейкобсона, летящим со мной крыло к крылу. Птицы выгравируют в небе белые линии. На материке их увидят и пришлют помощь.